Всем привет, дорогие друзья, с вами снова канал Unreal Игры. Ну что ж, мы продолжаем играть в наш летсплей Атом Перезагрузка, и это наш 23-й выпуск. Всем привет, с вами Лиз. Ну что ж, сегодня мы будем делать немножко автоматизацию набивания зомбей. А именно для чего это нужно? Во-первых, чуть в дальнейшем нам пригодится это для автоматического спаунера. Ну а пока что мы сделаем вот такую вот интересную штуку, она называется... Так, фермер, удобритель, уборщик, разрушитель, погодный коллектор. Короче, молотилка, вот она. То есть это такая штука, позволяющая автоматически убивать мобов. Так, значит, нужно нам инваровый двигатель один сделать, то есть лавовый, потому что вся эта система опять-таки у нас будет питаться на лаве, а следовательно нам нужно отправиться в нашу базу. Так, давайте сделаем это. Кстати, за порталом не показывается меточка. Очень круто. Так, значит, что? Значит. Где-то у нас пустая бочка, кстати, была. А, где карьер? Окей. Так, значит, нужно сделать инваровые слитки. Точнее, инваровые шестерни, две штуки. Далее, давайте посмотрим. Так, далее, красная отдающая катушка. Серебро и редстоун. Окей. Серебра у нас, кстати, есть. Так что можно себе спокойно это позволить. Сделаем тоже. Давайте 4 штуки сделаем. На всякий пожарный. Так, двигатели, катушка. Так, еще раз посмотрим рецептик. Инваровые слитки и редстоун. Отлично. Так. Так. Хотя мод Библиокрафт не такой уж и большой. Там только столы, стулья, ну, и шкафчики. В принципе, да. Так, ладно. Далее. Далее нужно инваровый меч сделать, потому что для молотилки, где она есть, для молотилки требуется инваровый меч. Следовательно, мы его делаем. Но главное, не используйте его, потому что как только вы что-то используете, то уже будет непригоден для рецепта. Так, молотилка. Далее, оловянные шестеренки. Две штуки делаем. Так, железо обкладываем. Так, точнее, наоборот. Железный слиток обкладываем оловянными слитками. Так. Господи, у нас половина списка предметов занимает полублоки. Ну да. Не, ну тут еще на самом деле полублоков-то... Ну да, полублоки в принципе так и есть, все верно. Ладно. Так, продолжим. Молотилка. Далее, нужно две книжки. Еще нужен сырой пластик, который делается из... Так. Ой-ой. Так, значит, в печке запихиваем вот это добро, сырую резину, которую мы набили с вышибания... специальных гивей, которые в Main Factory тоже растут. Что, тебя выкинуло? Я случайно нажала чуть повыше и закрыла. Так, ладно, еще нужно две книжки и такая катушка. Окей. Так, у нас другая. Угу. Так, такая катушка у нас имеется, к счастью. И нужно еще две книжки. Книжки у нас нету. Ну ладно, давайте сделаем две книжки. Так, так. К счастью, у нас всего навалом, в принципе. Так что позволить себе можем. Так. Так, отлично. Это есть. И вроде бы молотилка. Так, молотилка. А корпус. Корпуса у нас, наверное, нету. Ну ладно. Еще раз смотрим. А вот когда что? Наш карьер доберется до уже до более глубоких, господи, чуть поглубже, то у нас действительно будет навалом ресурсов. Ну да, так и есть. Так, сейчас посмотрим. По-моему, пластик так и делается. Да, все, переплавляем резину два раза, и у нас получается пластик. Собственно, что нам и нужно. Так, ладно, давайте пока сделаем специальную машинную рамку. Так, значит, золото.
Стекло. Надо, кстати, будет еще стекло наплавить, а то у нас что-то какие-то проблемы пошли опять со стеклом. Со стеклом проблема. Ну, Можешь у его нас просто вроде... А, переплавить. кстати... А, нет, у нас песок есть, все. Я просто думал, у нас песка Вот нету. именно. Я даже сам удивился. Так, ладно. Смотрим далее. А я поняла, почему ты про него забыл. Потому что мы его сжали. Нет, не сжали, мы его просто в ME-систему отнесли, и оно забылось. Так, ладно, книжки есть, катушка есть, это есть. Сейчас пластик сделаем. Так, а нужно нам пластика? Две штучки, окей. Сейчас мы... А, кстати, слушай, можешь лечь тогда, потому что там этот... Ночь. Ай, я гружусь. А. Так, ладненько, пластик мы получили, а теперь делаем молотилку. Так, пластик. Инваровый меч. Машинная рамка. Шестеренки. Две книжки и... Эта штука. Не понял. Хм, почему-то не делается. Может быть, Странно. немножко крафт изменили? Пластиковые листы. Катушка верта. Что-то странно. Попробую на простом верстаке сделать. Может быть, это из-за верстака. В принципе, такая проблема вполне реальна. Так, вот он, инваровый меч. Пластик. Шестеренки. Машинная рамка. Две книги. Красная проводящая катушка. И как? Нет, не работает. А, Попробуй это подожди. скрафтить в МГ Я знаю, сети. что я не ту катушку взял. Все. Теперь все нормально. Тут она просто по цвету очень похожа, но делается из электрума. Нам нужна золотая вроде. Так, молотилка. Да, золото нужно. В принципе, это не проблема, можем сделать. Очень похожий рецептик просто. То есть выглядит она, в принципе, почти идентично. Почти. Ну, вот так вот все это происходит. Ладно, давайте собирать наш агрегат. Ну-ка, попробуем с шифта. Нет, не хочет. Ладно. Снова выкладываем тот же рецепт и смотрим. Так, так. Сюда и вот сюда. Все, получили молотилку. Посмотрим сейчас на нее. Да, так, это work. Сюда, по идее, моб-эссенция будет собираться. Ладно. Так, а где мой ключик? Так, ты все подгружаешься там, да? Я пока... Ну да, у меня уже скоро должно загрузиться, судя по данным. Я пока что тут увидел на карте Эндермена и сразу же его пойду уничтожать. Потому что нам нужны Око Эндера. Вот еще одно есть. Потому что нам нужно много. Слушай. Там разве око нужно, не жемчуг? А, ну, жемчужина Эндера, Око почти одно и то же. Ну, жемчужина Эндера. Так, ладно, еще одно собрал. Теперь у нас 8 штук есть. Отлично. Так, ладно, сейчас быстренько лягу спать, и мы продолжим. Так, там еще один эндермен. Ну ладно, не будем отвлекаться особо. И я как раз уже загрузилась. Так, ладно, на чем мы остановились? А остановились мы на том, что нам нужен ключик. Так, сейчас возьмем наш ключ. Мне кажется, я оставлю. А, вот он, второй, ладно. Так, еще, конечно, лучше сделать такой тоже специальный ключ из Main Factory. Надо посмотреть, где он, как крафтится. Вот он. Точная кувалда. Так, две палки и пластиковые листы. Ее тоже необходимо сделать, потому что она будет облегчать нам. То есть можно посмотреть, какие механизмы в какую сторону повернуты. Так, так она делается.
Да, все, мы вот так сделали. То есть это удобная вещь, я сейчас ее продемонстрирую. И сейчас мы отправимся в шахту, рядом со спаунером будем ставить, собственно, вот этот вот молотилку. Видите, показывает, в каком радиусе работает эта молотилка. То есть это раз, два, три, четыре, пять. Ой, слушай, а молотилка работает 5 на 5. Охренеть. То О, есть это круто. достаточно много. И снимается тоже вот этим серповидным молотом. Так, почему он так называется? То есть ключом на самом деле он снимается. Но ключ называется серповидный молот. И меня почему-то неожиданно выкинуло. Читер. Ты читер. Нет, я всего лишь лис. Просто рыжий лис. Так, ладненько, сейчас я отправляюсь к нашему спаунеру и попробую установить эту систему. Так, но прежде чем... Кстати, сделай к нему более опознавательную дорожку, а то А, ну я что как-то. и хочу, я хочу просто прокопаться туда. Наконец-таки, чтобы было все нормально. Сейчас я просто на уровне спаунера прям прокопаю туда. К счастью, я пометил точечку, где находится спаунер. Только нужно понять, на какой он высоте. Ну ладно, пускай будет тогда вот тут. Так, ладно, прокапываемся. Так, к счастью, тут есть уголь. Сейчас сразу сделаем факелов. Так. Чтобы было у нас ярко. Так. Ты подгружаешься или нет? Ну да. Ага. Отлично. Я тут такой проходик прокапываю сбоку. У нас будет прям напрямую проход к спаунеру. Так. Поставим факел. Не, конечно, вот эти инструменты, которые восстанавливаются, просто потрясающие. Потому что они будут работать вечно. А учитывая так... Да. А еще можно их Ага. улучшать, так это вообще Ну замечательно. да. А учитывая то, что я не так часто копаю, то они у меня вообще прослужат всю жизнь. Потому что в основном все это делает за нас карьер. Ну, еще Тарас очень любит копаться в шахте. Ага. Ну, он и любитель, конечно, этот тоже построить чего-нибудь. Особенно что-нибудь Ну техническое. да. И скажешь ему, построй этот... Как она называется-то, броня из индастриала. Квантовая броня. Через полчаса будет готова. Сделай, знаешь, он сделает. Я ему верю. Рафаэль, я даже не сомневаюсь. Ага. А если дать ему час, он построит нам атомный реактор. Ага, так, раз, два, три, четыре. Даже учитывая то, что его тут нет. Ну да, точно. Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, получается до сундука. Значит, передвигаем его чуть-чуть вот сюда. Я даже немножко завидую его способности разбираться в вот этих модах. Ха-ха. Не, ну на самом деле, в принципе, тут ничего сложного. Допустим, смотришь, как кто-то делает, или по Википедии, и строишь. Ну, если не знаешь, как строить, а потом уже будет привычка. То есть, допустим, привыкнешь, как надо строить правильно. Так, ладно, поставлю тут фонарик. Так, значит, что? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Все, сейчас я тут комнатку сделаю, и, собственно, у нас спаунер начнет функционировать как надо. Так, а также тут надо сделать, чтобы вытаскивалась жидкость и предметы. Так, значит, для этого нужно поставить вот сюда сундучок. А, еще нужно будет сходить, знаете, зачем? Надо взять бочку, либо сделать, либо взять пустую. Потому что у нас должно работать питание. То есть этот механизм не будет работать без электроэнергии. К счастью, термоэкспэншеновская энергия поддерживается. То есть за счет труб из термоэкспэншена почти в любую энергию можно преобразовать обычную энергию. Кстати, а что можно крафтить с помощью мобы сенсы? А моб-эссенция нужна будет для того, чтобы самим потом наладить
производство мобов. То есть тут хитрая система. Mm-hmm. Возьму это тоже. Так, транспортных тоже чуть-чуть возьмем. Так, энергетические, транспортные, жидкостные, точнее, и транспортные. Все. Это у нас есть. Также возьмем несколько сервоприводов на всякий пожарный. И пожалуй, все. В принципе, можно какое-нибудь стекло туда поставить. Так, возьму-ка я... А, ну стекло есть здесь еще. Так, стекло есть, двигатель есть. И сейчас возьмем, сделаем бочку одну. Она будет необходима для моб-эссенции. Ну, то есть это, можно сказать, сок. Даже не знаю, как сказать. Сок мобов, что ли? Да нет, сок это не очень сильно. А вот то, что это... Эссенция их... Блин. Как же эссенция-то переводится? Ай, не знаю. Думай, думай. Выжимка мобов. Выжимка мобов. Самый сок. Так, ладно. Сейчас я еще одну бочку сделал. Так, еще одна бочка у нас готова. И давайте, наверное... Так... Ладно, допустим. Ну, сейчас в Нижний мир я сбегаю, посмотрю тоже, потому что у нас, может быть, там одна бочка осталась, как раз наполненная лавой. Может быть. Там наверняка 5 гасты, так что надо сразу захватить лук, пожалуй, чтобы их уничтожить. Так, ты загрузилась, да? Все? Да. Наконец-то. Наконец-то. Так, ладненько. Откидывание и возьму 32 стрелы. Все. Надеюсь, будет без приключений. Потому что ад это штука опасная. Так, покушали. Так, надо в скором времени тоже будет полностью автоматизировать ферму, чтобы не приходилось ничего делать. Так, ладно. О, стойка для брони. Так. Интересно. Да, одна бочечка как раз у меня тут наполнилась. Так, гасты. Гасты хитрые. Как только я взял лук, они сразу же попрятались. Так, ладно, забираем бочку с лавой. Кстати, у нас 2400 ведер лавы в бочке. В большой. Ого. Сурово. То есть у нас, в принципе, теперь... Я не знаю, нужно еще что-то делать, более большое хранилище. И причем лава откачалась совсем чуть-чуть. Вот в этом-то и плюс. Что можно развиваться и развиваться в эту тему, в этом направлении развиваться. Так, ладно, давайте отправимся в наш мир. Так. И сейчас быстренько все это дело поставим. Так. Бочка славы, бочка пустая. Все. Напоминаю, пустая бочка нужна, чтобы вот эта жидкость мобов как раз-таки собиралась. Потому что иначе механизм не будет работать, в принципе. Так. Ниже. Ага, вот. Так, это застроить надо. Все, пришли куда надо. И давайте закончим наше сооружение по автоматической переработки мобов. Так. Допустим, энергия будет подходить, пускай будет сверху. Автоматическому успокоению злобунов. Злобунов? Угу. Они же злобные. Так, ладно. Так, энерготрубу я поставлю, пожалуй, вот так. И сюда воткну бочку с лавой. Ее хватит тоже на очень... А, нет. Нет, не ту трубу поставил сюда. Так. Оп. Сюда надо жидкостная. Которая будет, собственно, уже вести в двигатель. А двигатель будет делать энергию и поставлять ее в механизм. Так. Так. Сервопривод поставил. Так. Включил, чтобы работало. Есть. Так. Трубу поставили вот так и поставили, чтобы все это дело работало. Так, энергия у нас наполняется. То есть, видите, оно, в принципе, заработало. Если бы тут появился какой-то плохой моб, то его бы сразу убило. Так, энергия это
режим работы это... Нет. Вот сюда моб эссенция, по идее, должна накапливаться, а также еще предметы. А предметы мы прямо в сундук сейчас пустим. Транспортная труба. Так, тут надо выключить, потому что сюда не надо. Тут так, вытаскивать. По-моему, уже наступила ночь. Так, сюда. Активатор, и чтобы постоянно вытаскивало в сундук. Так, и еще нужно сделать такую вещь, чтобы моб эссенция выливалась. Так, делаем как-нибудь вот так. Сейчас пропустим тут трубу. И ставим жидкостную трубу. Еще одну. Так, так, так. И пускай будет вот сюда. А вот тут у нас будет стоять бочка. То есть автоматически оно будет сюда вытаскиваться. То есть, в принципе, деваться-то ему больше будет и некуда. Так, ставим еще вытаскивание. И на всякий пожарный сервомотор, потому что он может, в принципе, не вытаскивать. Так. И, в принципе, все готово. Так. Главное тут тоже поставить освещение слегка. Ни одного факела. Так, интересно, голову поставится на полочке или нет? Не знаю. Вот это я не знаю. Так, ладно, сейчас тут немножко тоже... Расчистим небольшую комнатку. На самом деле, потом я более красиво все это сделаю, но пока что это будет выглядеть как просто пещера. Так, вот тут ломаем. Так, вот тут сейчас я заделаю булыжником все это дело. И как только мы выключим свет, у нас все начнет работать. Так, сейчас сначала вот так. Так, тут нигде не оставили света. Все, а теперь тут можно смело закрывать. Вот так. В принципе, можно вообще закрыть. Так, кстати, эта штука светится. Тут у нас проблема в том, то, что оно светится. То есть лучше тогда вот это чуть-чуть в сторону поставить, чтобы оно у нас не создавало... яркости. Так, 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 подожди, подожди. Стоп. Чё он не работает? А, ему, по-моему, нужен редстоун сигнал. Так, вот этот, кстати, тоже может быть. Сейчас проверим. Сделаем рычаг. Ой, что оттуда зомби пришли. А, нет. Кстати, он работает, оказывается, без рычага. Вот только что на моих глазах бочка наполнилась моб-эссенцией. О, еще. Слушай, мне даже голова зомби выпала. С того убитого зомби. То есть, в принципе, лучше вот это переставить вот сюда, чтобы оно особо не светилось. Имеется в виду то, что, по-моему, сам вот этот магмовый двигатель, он светится. Да. Верно. Ну, вполне логично, то, что он ну будет да, светиться. Поскольку он все-таки лавовый. Так, я его поставлю где-нибудь вот тут. И трубу. Блин, откуда зомби-то идут, не пойму. Они откуда-то из шахты у нас тут идут. Постоянно. О! Откуда они только не идут? Ну да, так, ладно, сейчас я тут доделаю. А, значит... Боже, сколько же барахла. Так, так, так. Так, так, так. Так, сейчас тут систему надо доделать, и можно будет спокойно с чистой совестью завершать. Так, значит, бочку тогда мы можем поставить наверху. В принципе. То есть вот так. Сюда влепить трубу. Это энергетическая будет вот так. Ага. Ну, давайте поставим свинцовую, раз уж на то пошло. Так. Так. Ой, опять откуда-то зомби выскочил. Что ж такое? Непонятно, откуда выскакивают они и все. Так, ладно, давайте. Вот эту трубу воткнем и ключиком повернем. Так. Жидкость так. Сервопривод...
Воткнули. И все, понеслось. Теперь у нас все в автоматическом режиме будет работать, а также собираться вот эта моб-эссенция, которая потом пригодится. А также все, что выпадает с мобов, будет появляться вот тут, в сундуке. То есть, в принципе, такая вещь очень удобная. Так, энергии хватает. И все, как только будут появляться мобы, сразу будет происходить действие. Тут, конечно, тоже лучше вот так закрыть, потому что... чтобы яркий свет не попадал. Но это ладно, это, в принципе, не проблема. Этим можно заняться за серией. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока, удачи!